Катерина, браво, сердце мое. Браво, браво, Катерина, браво, сердце мое. На территории нового парка «Берский острог» открылись двери культуре и традициям разных народов. Для всех гостей праздника и зрителей участники фестиваля подготовили интересную концертную программу. Весь вечер зрители наслаждались творческими номерами «Заволокинской вечерки». Сегодня будет работать ансамбль Антона Заволокина «Вечерка». То есть все само собой разумеющееся. И в новом таком вот антураже работаем сегодня впервые, я думаю, в Берске. Вот на «Берском остроге» коллективы работают. Ну, создадим настроение нашим участникам и жителям города Берска. География праздника поражает своим разнообразием. В тот вечер можно было услышать множество народных композиций и номеров. Под громкие аплодисменты зрители со сцены звучали песни ансамбля «Задоринка» из Республики Бурятия. Зажигательным выступлением порадовал гостей танцевальный коллектив «Экзотика». Яркие национальные костюмы и энергетика певцов и артистов создали настроение праздника и единение народных традиций. Много талантов, много людей есть разных, с разных уголков страны. В общем, ни одни мы такие хорошие. Я желаю удачи, чтобы хорошо выступили и не боялись. Это вообще замечательный фестиваль. Мы так рады вообще, что мы сюда попали. Мы берчане, вот с сестрой пришли на фестиваль. Очень необычная вообще сама атмосфера вот в таком месте шикарном. Открытие 21-го фестиваля национальных культур положило начало череде мероприятий в честь праздника. Здесь гости и участники могли не только познакомиться с культурными традициями других народов, но и найти новых друзей.